Как-то на неделе я заехал в Леруа Мерлен и зашел в отдел красок. Выбор там, конечно, огромный, но тот цвет, который мне нужен, к сожалению, он не оказался. А по возвращению домой я обнаружил его на канале Красброни сервера irk.freno.net. Добро пожаловать на цвет денег. Это 9-я игра сезона 2017 года. Добрый вечер, уважаемые друзья. Привет, привет. Здравствуйте. Свидание, с вами был... шум в зале, вот два. Ну что, дорогие мои, ну, по традиции начнем с отборочного тура. Правила отборочного тура. Сейчас я вам дам 6 цветных машин с суммой от 1 до 6. Ваша задача в течение 30 секунд голосовать на канале, какую машину взять. Принимаются только названия машины, которые видите на канале, без учета регистра. Далее я запускаю машину. Задача зрителям мне в приват и кратко или кубик кавычек до того момента, как прозвучит сирена. Участник, который окажется впервые всех и угадает максимальный порог, пройдет в игру. Вопросов нет, угадает, у вас Ваня лишка в дискорд. Я понял. Генерируем цвета и суммы. Ох, как голосование начинается прямо сейчас. Вадим Кадиров, кодировка. Чините кодировку. Вадим наш. 666. 3 шестерки 5, 3 шестерки 6, 3 шестерки 7, пробуйте. Аелая. Это что, простите? Елая. Хорошо, написал заяц. А, голосование окончено. По результатам голосования 2 человека выбрало одуванчиковый и 3 за спаржу. Играем 4 спаржу. Спаржу. Убедительная просьба по 100 раз мне не дудосить, иначе будет худо. Запускай машину. Патрик Потопа Микучан обломались. Пожалуйста, Кеша, по 20 раз не дудосить мне приват. Спасибо. Тоже облом. А, мы угадали максимальный порог, а у нас есть участник в игре Дима Данилович. Блин. Браво. Да ладно! Браво. Привет, Дима. Победители Интера. Дима. Да-да-да. Насколько рассчитываешь сегодня? Как пойдет. Насколько я помню, я тебе какую-то кассу должен. Сколько я тебе напомню? 45 рублей ты мне должен. Ага. Насколько ты еще планируешь кассу увеличить? Я планирую хотя бы увеличить, ну, не знаю. Либо на 50. Давай для начала ты выберешь сумму, с которой ты пойдешь. Просто я хочу на свой выигрыш хотя бы купить Гаррис Мод, а там как бы. Ну, я тебе Гаррис Модом обеспечу. Итак. Ну, на 70 рублей. Окей. Так, к тому же тебе попалась средняя сумма. Потому что там минимум было 56, а максимум было 86. Генерируем цвета и суммы. Ова! Очень раз, И цвет алчности, и цвет яйца, и цвет бесконечного слота. Карте зеленый, палевый, золотой стим. Ребята, огромная просьба зрителям, пожалуйста, хотя бы молчать в тот момент, когда... Сейчас в игре Дмитрий, спасибо. Актив обновляли. Уважаемые зрители, пожалуйста, всем заткнуться. В ином случае я буду вынужден наложить свое копыто, заткнув вам микрофон. Спасибо.
Так, ребята, извините, но это уже слишком. Ну что, Дима, выбирай свою первую машину. А давайте-ка мы сыграем в то, что сегодня господин Заяц курил. Я вас понял. Летал шесть и был возвращен в обращение. Насколько я помню, по материалам как 200. Из Центробанка, вот и ну да. Напомним правила игры для зрителей. Игроку дается 20 цветных машин, сгенерированных случайным образом, в которой находится сумма от 1 до 20 рублей. Где сумма находится, неизвестно никому. Где их нахождение скрыто в хэше. 10 попыток дается тебе, Дима, чтобы выбить целевую сумму. Каждую 3 секунды мы отсчитываем по 1 рублю. Твоя задача остановить машину команды «Стоп» в тот момент, когда пожелаешь нужным. Только одно «но». Если порог, в котором находится машина, был достигнут, прозвучит сирена, и ты ничего не положишь в банк. Твой выигрыш – твоя целевая сумма, если ты ее наберешь за 10 попыток. В ином случае ты уйдешь ни с чем. На полпути с банком уйти нельзя. Интерактив. Вы можете набивать свои очки в игре. С появлением первой суммы можете отправлять мне в приват и краткую лику на той сумме, которую пожелаете нужным. В интерактив пойдет сумма, которую вы себе забрали, умноженная на 10. Есть небольшая хитрость. Если вы то же самое нажимаете на сирене, вы попадете в минус. Три лидера получат право сыграть бонусную игру, где они поборются за потенциальный выигрыш. Лидер интерактива получит еще сыграть в следующий раз. Здесь правила без учета изменений. Сейчас я продублирую еще на канал. Да, интерактив обнулен. Вы сейчас видите, что он абсолютно голый. Запускаем первую машину первого игрока 9-й игры. Да, напутствие, конечно, хорошее. Угу. Дима, как ты думаешь, какой будет топ-3 на конец игры? Юрасик угадает, не знаю, и должен. А, кстати, Александр Пушкаревский сейчас засветился в интерактиве и с 70 очками. 10 рублей, что он творит? Нет, не успел. Проскочили Пушкаревский, Потопа и Волков, соответственно. Извините. А я не успел. Шепик, ты можешь? Шепик, ты можешь сейчас нажать еще раз? И? Я понял. Давайте посмотрим прямо сейчас. Жми! Вадим Заяц 110 очков. И Славчик 120. Георгий Шепель 130. Микучан 140. Ну неужели это 120? Неужели это 20? Нет. Мы приветствуем Владимира Каркотского, который присоединился к нам на канал. После первой машины статистика 6.67. А после первой машины, давайте посмотрим интерактив. Вот что у нас сейчас творится. С первыми очками, друзья. Спасибо. Так. Кто тут у нас? Завтра мы отмечаем юбилей бесконечного слота Шаффл. Давайте-ка мы сыграем конечный слот. У нас Шаффла нет, а у меня юбилей как бы. Но есть обычный цвет бесконечного слота. У меня юбилей в Питере, один год. Практически у всех слотомодов годовалый праздник. Я напомню, что после нас Вячеслав Мартынов раскидает вам всем форели. Запускаем вторую машину. А не портал ее раскидает? Я не оговорился, Вадим.
Первая опасная зона до 19 рублей. Трюкач появился в интерактиве. А, 8 рублей! И чё, я успел? Да, я ты успел. У нас поменялся лидер интерактива. Да. На первом месте сейчас Вадим Заяц. Угу. А давайте-ка так. Давайте так сделаем сейчас, да. Я выберу машинку под названием Форель, но... Ну. Тот, кто напорится на сирену, получит ей. Какой уговор, интересный, а? Мне страшно стало. У тебя форель, у тебя уже форель стоит. У меня форель на балконе валяется. Да ладно, она у тебя уже стала между... Не, серьезно, я... Первоопасная зона до 8 рублей. 2 рубля. Чего? Вот тебе и форель называется. Статистика после третьей машины. Средняя 8 рублей 57 копеек. Интересно. Что у нас по цветам? У нас... Я не знаю, что по чём. Да, с каждым разом выбрать труднее и труднее станет. А давайте-ка мы транспортируемся в медную. В какой? Медную. Я вас не понял, Дмитрий. Медная. А, то теперь понял. Там, по идее, будет или 6, или 10 рублей. Запускай машину. Первая, два минимум. Третья, вторая опасная зона от 2 до 8 рублей. До 19, до 18. Два игрока забрали по 90 очков. Один 100 и два по 110. Окей. 12 рублей в банк уходит. И средняя 8 рублей. На 6 машин. Была ли тут сирена? Тринадцать. Вадим Заяц, вы попали в пинг. Я вам, как я понял, я вам компенсирую. Я успел, да? Так, сейчас посмотрим. Пока вы тут начисляете... Ты попал меня в минус, но это, я думаю, это пинг. Наверное. Ну, статистику я видел. Ну давай дерево еще посмотрим. Своеобразная лесенка 284. Ну, лесенка чуть-чуть нарушена. Чуть-чуть. Так, сейчас, одну секунду. Дэн, наверное, ты просто не проскочил, кто знает. Денис, ты не проскочил. Ты, у тебя 90 очков. Мелкие евреи. Знаешь, Денис, вот мне после вот этих мелких евреев хотелось вернуться в обычные серые дни. Где это? Дима, выбирай следующую машину. Ну, я уже выбрал свой цвет, и мы возвращаемся в серые будни. Мы выбираем серый. Какая там сумма?
Узнаем прямо сейчас. Запускай машину. Ну, вдруг здесь 16 рублей. Навряд ли. Блин. Не, ну зачем? 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 А, господин Шепель, а кто в игре? Три участника забрали по 100 очков. 12. 13. 14. Неужели тут больше, чем 15 рублей? Ёлки-палки! Неужели тут без 20 рублей? 18! 18! Да, 20! Без 20 рублей! Это уже очевидно. Чёрт! А я на 17. Или на 18? Нет, на 18. Ты на 18 проскочил. 7,80 средний. Так, Вадим, где ты у меня? 94. Я 150 и 160 взял. 130-180. Я 100 взял. Джексон 150 очков. Я не помню, у Кеша этого... А топ-3 можно? Ребята, подожди. У нас двое занимают первое место. Черт. Если у нас бы на 20 был бы топ-3 с одинаковым результатом. Гоша, не расстраивайся. Я знаю. Знаете, мне после этого хочется превратиться в принцессу Лу. Я вас понял. Вы мне хотите в баньки отправить? Ну да. Вадим, давайте вскрываем. Покажите ему один рубль. Пошел в жо. Слаб 50 очков. Так. Нормально все. 9 рублей есть. Нормально идем. 10. А. Угадает. Ну, короче, каждый игрок где-то с каждым шагом брал на 10 очков больше. Примерно. Неужели это 18, а? А вдруг? А кто его знает? Но все к этому идет, по крайней мере. Да идите вы знаете куда? А, блин! 16 рублей здесь. Микучан успел проскочить. Он сейчас... Я тоже хотел. Он сейчас лидирует. А больше за этот заход я не буду говорить, кто у вас лидирует. Статистика после 6 машин. 7.25. Ну чё, Дима, а тебе ещё 4 банки с краской надо замутить. Дерево. Ну да, ну давай, выбирай. А давай контакт. А почему? Вы хотите обновиться? Так как мне вот сейчас буквально одна с... Я полагаю, господин Анимович решил обновиться до последней версии, чтобы не слушать музыку. Запускай машину. О, да. Риво, покажи. Да, пожалуйста. Первая пассажирская зона 1 рубль, 2 минимум. До 8, до 7. Я думаю, тут будет 11 рублей. 5 рублей здесь. Ой. Половина. Никто в интерактиве не успел. 9,67. 16,17.
пока еще есть шанс. Так, цвета покажите. Цвет... А, пожалуйста. Знаете, мне хочется теперь... А давайте-ка мы в Steam пойдем. А почему вы хотите в Steam? Знаете, мне вот буквально сейчас хочется после этого пойти погамать в тему. А, ты о том же, что и я? Mm-hmm. Ну, мы, скорее всего, пойдем завтра перед бывшей. Итак, Steam. А вам не мешает ничего? Ой, не я вообще... Да, я вроде думал, вот теперь все правильно. Первый косяк, Ваня. А, знаете, я, пожалуй, вам дам язя. А, это... Спасибо. Так, а я сейчас, а я в ответку вот так сделаю. Щукой! Большим Мада. Какую рыбу взял Иван Шмиков взять? Так, а в игре машина Steam. Цвет судака! Вадим Заяц, у вас как 60? Мне хватит. Топ. Ой, двое участников в интерактиве успели проскочить. А я есть среди них? А, и тебя я не вижу. Или цвет джин-джин? Так, ладно, продолжай. Как вы думаете, где сирена, ребят? В 11. 14. Нет, 14 уже была. Десятка. 17. А, 13. Прямо 17. Что? Что? Стоп, а я был! Стоп, я же отправил на 10. Вот ж я не... должен получить. Ты не, ты не проскочил. Проскочили кондитер, Юрасик, Крепач, Трюкач. Тебя я не Стоп. Вижу. Значит, пинг. По идее, когда и джингл, сейчас вот этот, который был... Джексон, я тебя не вижу. Скажи вот спасибо, все... что не сирена. Ладно. 9,5 среднее. Осталось у игрока две машины. Блин, блин, жаль, что... Игра окончена. Да. Ну, знаете, вот я, по крайней мере, вот сомневаюсь, что... Нет, все же всеми может сыграть. Или... А, да, я как раз хотел этот цвет выбрать из своих рассуждений, поэтому я выбираю. Одна ошибка, игра окончена. А, господин Шепель, может, заткнетесь вы уже? Гоша, кто ведущий? Ну, извините, я просто предположил. Свои предположения можете оставить. Да, я понял. Палево на Палихина. Палевый. Я вас понял. Палевый. Подсказываю последний раз, какие суммы у нас выбыли. Запускаем машину. Если в этой машине меньше, чем 9 рублей, то это игроку... А, разве? Подождите. Ты даже можешь один плюс... Я мог... Там можно разными комбинациями выбить эту тему. А, нет, тут есть такая фишка, что если тут не остановлю, то игра окончена. Так как 19 это в игре уже. Два участника забрали по 370 очков. Патрик на сотни. А стопкой ты уже, блин, ног уже берет. Четыре участника забрали 110 очков. Дима, почему вы остановили меня на 12? А, знаете, я, конечно, не такой рискованный человек. Я решил перестраховаться.
Перестраховаться перед следующей машиной, потому что следующей машиной вам нужно выбить всего лишь 7 рублей. Ну да, я понимаю. Далее. 13 рублей. Говорил же, вовремя ты стопнул. Итак, Дима, тебе осталось выбрать одну машину. Да, только вот здесь главное мне не слететь сейчас. Так. Ай. С одной стороны, я могу выбрать серебряный, но там точно халявы не будет. Хотя... Не подсказывать зал. Господин Шепель, последняя китайская. А ладно, проиграю. Проиграю и хасну. Золотой. Итак, золотой. Удачи, Дима. Thanks. Достаточно ли этой машины, чтобы Дмитрию вынести 70 рублей? Узнаем прямо сейчас. Потому что в большинстве своем случаев вот последняя машина... Я скрестил пальцы. Скрестим пальцы. Так. 3 рубля есть, осталось 4. 4 рубля. Джексон 30 очков. Три участника по 60 у нас сатанин. Перестоп есть, он победил. Победа. Победа. Браво, Дима. Победа. Это победа, не победа, если ты выиграл. Я имею в виду победа в другом смысле. Ну что, Дима, помимо Гаррис Мода в Стиме, может, ты от меня еще что-нибудь получишь? Ну, главное дождаться рождественских скидок или Хэллоуина хотя бы. Ну, походу, хэллоуинская распродажа. Она состоится уже с инфу. Со среды? Ну, как раз где-то вот ближе к Хэллоуину все равно будет распродажа. Ну, надо уточнить все равно. Ясно. Давайте уже чисто ради интереса посмотрим. Да. А прежде чем я запущу отчет, как ты думаешь, сколько в этой машине могло быть? Ну, ради такого, ну, либо 9, либо 11. 12. Интерактив также продолжает набивать, может набивать себе очки. Но я уже один из участников забрал 90 очков. Двое 110. А ладно, 18. Так. Да ладно. Так, пока 15. 17 может тут быть, 17. Ну сейчас либо 17, либо 18. Ну тут 17 рублей было. Последний, да я на 7 остановился. Последний, кто в интерактиве проскочил, то и накиньте, блядь, со 110 очками. Я на 7 остановился. Ну что, Дима, игра сделана. Игра сделана. Как ты думаешь, 18 в какой машине могу быть? Наверняка, Патрик, заткнитесь, наверняка бы компьютер подсунул либо в доллар, либо в красный. 18 серебряный или ясь? Давайте посмотрим. Оп, в серебряном был рубль, а ясь в тройке. Так, 18, 4, 5. Ага, в песочном. Патрик был прав. Патрик был прав. Ну что, Дима, 70 рублей, это первые деньги на сегодня. Спасибо за игру. Семерка в долларе. Семерка в долларе. Знаете, друзья, тут в интерактиве такая жаркая борьба идет, как в любой ИРЦ-игре. Мне страшно. А без этого никак. Топ-3 у нас выглядит вот так. Вау. Максим Волков, кто бы сомневался, 720 очков. За ним Микучан, 670. А и... где я? А тебя не... там нет. Полный интерактив можно? Такая, да, пожалуйста. Надо. А Джексон, у тебя... Так. Раз, два, три, четыре.
Ты на шестом месте. Пятое место. На седьмом. На шестом. Я не оговорился, потому что пятое место делят Вадим Зайц и Денис Лаптев. Я восьмой. Full high stakes, мада. Это полный. Это полные ставочки, дорогие друзья. Ага, полные ставочки. А у нас Стас отборочный тур. Сосите ананас. Я думал, а у нас Стас на баране. А у нас Стас, сосите ананас. Голосование начнется через 3, 2, 1. Начали. Оу! Сразу все начали фапать на слот. Как интересно, как... Зафапал... Звучит как название новой передачи. Зафапал все... То есть кто-то хочет, чтобы сделали... Вопросы написаны какие-нибудь? Голосование окончено, а мы играем в БС. Вопросы в викторине звучат или... Ну да, ну тут два алчности звучат, а вот цветов денег нет. А его можно отобразить на экране? Не понял. Вопрос. Ну не так отображается. Покажи мне, допустим, прошлую игру, можешь показать? Ой, нет. Выпускай машину, полная тишина в зале. Подожди, тихо, хорошо. Я вот так. Вот так вот, знаете, ребят, опять на 6 у нас ушла жаркая борьба. Дима Данилович и Вадим Заяц мне отправили разные символы. Но кто из них отправил? Кто из них проскочил раньше? Данилович. Вадим Заяц. А и на четверке остановился. Как раз хотел такой, но игроки решили по-другому. Как вы объясните то, Вадим, ну, что вы обломали пробовал, но... и Слаптева, Вадим, и других. Знаешь, Ваня, я тебе так скажу, обломаторство в РТАХ было, есть и будет, поэтому... Ну, держи три карты. Да. Насколько? Оп, я максималка выпала. Опять халява. Это минималка. Но не факт, что он ее выбьет. Генерируем цвета и суммы. Из чего мы начнем? Сиреневый фырк. Слушайте, это песня этого Владимира. Сиреневый фырк над нами пает. Что там? У нас еще есть белый фейсбук, джинсовый форель. Лимонадный ламантин. Жалко, что не лимонадный киоск, спасибо. А, да. А давай-ка начнем с дорогого. Я бы ржал, если бы мне рандом мне выдал вот такую тему. Итак, Вадим, с какой машины мы начинаем? Оранжевый. Хорошо. Заяц запросил на складе энное количество банок оранжевой краски. А может апельсинов? Сколько банок ему выдадут? Я не знаю. Первая машина и первый же фейл. Бывает, чё?
После первой машины статистика. 6.30. Малиновый. Малиновый давай. Малиновый. Угу. Ну, мне проще. Мне меньше нажимать. Малиновый мал. С оранжевой краской Вадиму сказали, что она закончилась и отправилась на... под механизм русской рулетки, скажем. Вместо этого Вадим думает, что возьмет немножко малины. Но во сколько тонн высыпется на голову Вадима, мы узнаем прямо сейчас. Раздавит они его? Или нет? Да ты же меня с прессом прям сравнил. До 5. 3. Так. Свалины вас тоже обломали. Понятно, понятно. Заяц пошел к Тирексу, и Тирекс подтер его. А Тирекс сказал ему, делай домашку. 7.13 средний. Так, давай серебряный. А почему? А почему вы решили в другой конец уйти? Это вообще-то начало. Логично. Это другой... Вы начали с одного конца, а теперь в другой конец ушли. Серебряный. Не хватает одного слова, серебряный граммофон. Ага, серебряный баклажан два, светосиреневый, сиреневый фырк. Сейчас кое-кто превратится в серебряного, угадай. Если тут будет меньше, чем 7 рублей. Интерактив посыпался помаленьку. $12. Останавливай! Что он творит? Я думаю, что он творит, друзья? 15 рублей. Что-то вы разошлись, Вадим. Вам не кажется? А чё? А чё? Я мог еще подержать немножечко. Вы можете подержаться за другую машину. У вас украли 15 литров серебряной чистой воды. И оставили вам всего лишь только 2. Угу. Источники опустошены. Давай-ка возьмем, ну не знаю. Давай Facebook что ли возьмем. Facebook. Да на. Кстати, это единственная социальная сеть, которую я не зарегистрировал. Неужели? Угу. Стартуем в таком случае. Я в Фейсбуке не зарегистрировал, у меня только ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, в Инстаграме. Этого хватит. Что-то вы... Проскочил? Да. Но это не... нет. Нет? Окей. Жми тогда сейчас, Денис. Вот сейчас... 14.
Опять 2 литра? А теперь? Опять 2. А теперь... 130. Это еще кто? Андроид какой-то знакомый. После 4-й машины статистика. Давай возьмем лимонадный. Андроюзер это Антон Марченко, короче. Покажи древо. Дерево у нас вот такое в данный момент. Нормально. Запускай машину. Сейчас двумя машинами можно выбить 57 рублей. Типа стараться. Три минимум, 4 опасные зоны. Это Дмитрос был. Припасть 60 очков. Ну и хватит. Чё, опять? Двое участников, двое проскочили со суммой в 100 очков, и больше я никого не видел. Подожди, кто еще раз на срок не проскочил? Юрасик и Димон 1-2-3. Так. Успел? Джексон проскочил, кондитер проскочил, а вот Патрик... Так, я... У меня появилось, что я должен иметь 130. Покажу. Только включите минусы, если. Да, пожалуйста. Вот. А Патрик не проскочил. Было. Что я отослал. А сирена, друг мой? Но сирена... Пути... Блин. Значит, пин. Так. Товарищ Пинг, нет, не засчитывайте ему, пускай это. Я сделаю так, чтобы... Я этот минус за нулю. Только напомните мне, пожалуйста. Да он 20 рублей может даже теоретически одной машины закрыть, если он будет аккуратно. А попробуем скрыть машину. А давай-ка фырка все-таки. Пожалуйста. Дайте-ка мне молоток, я буду ломать машину. Сейчас я кое-что сделаю. Верну. Так, где у меня Патрик? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Запускай машину. В среднем 4 рубля. Очки вернулись? Этого хватит. Проскочил репач трюкач. Что-то я оставляю все больше и больше краски на плане. Я успел? У меня показал минус. Как это минус? Я же успел на 15 нажать. Пинг. Почему он... Стоп. 3 секунды в основном. Стоп. Это был уже вторичный... Сигнал. Стоп. Сигнал сирены, что там была сирена, должно быть 3 секунды. А хорошо, всего одна. Что такое? Не, на сирену одна срабатывает. На повторный одна секунда стоит.
Саша, блядь. На ноль, а... И тут она знала. На... Ваня, ну... Выбирай цвет. Давай бесконечное число. Так. Сейчас кое-что пересохраним. Надеюсь, там ничего не сбилось. Нет, у меня окно было открыто. Минус 150. Бля... Давай, Ваня, скажу тебе, какие там машины запустят. 0, 0, 15, 12, 9. Так. Могу даже машину сказать по порядку, какие я использую. Говорить. Сначала так, оранжевый. Потом малиновый. Я предлагаю сделать такое решение. В качестве компенсации за фейл Вадим получит 1/2 банка. Точнее, 1/2 целевой суммы и проход без отбора в следующей игре. Окей. Так, значит, я получаю 28,5. На 8,5 рублей. 20. Сколько посчитайте там? 28,5 рублей. рублей проход в следующую игру. Ну, это же в следующей игре будет. А какая разница? Вадим Иванов, по-моему, прошел бы все равно эту машину. У него осталось 11 рублей на 3 машины. А, 30. А строку-то выведи хотя бы. Так, строка... Блин. Так, где она? А, все, вижу строку. На 4, Даш, ой, Даш, на 4. Все, я нашел переменную строкой. Так. Это получается 10-я машина, 24. 8 тут было. Ну, 8 или не 8, давайте отдохнем немного. Дима, ты забыл микрофон. У меня был микрофон. Это классика жанра, как перед тем, как начало темы вечера. Да, как говорится, синдром Кирилла и у меня. У тебя есть синдром Лестраденького, спасибо. Иди ты знаешь куда. Короче, ребятушки, мне тут нужно срочно отойти, а пока Дима Данилович остается на кассе. Дима, я побежал. Да, я пока остаюсь на кассе и пытаюсь руководить всем этим безобразием. Ребятки мои, давайте мы посмотрим на интерактив, как тут все происходит. Здесь ничего не прилетело. Да, у нас упорная борьба идет за третье место между Александром и Владимиром. Ну, предлагаю начать отборочный тур. Я, честно, ни разу не удивлен, и так голосование началось. Пожалуй, вот так сменим. Можно не молчать, в принципе. Ну, в общем, да. Все решили поддержать Фырк, и мы отправляемся в гости к Сергею Дмитриевичу. Итак, я желаю вам удачи. Мы начинаем отбор. Thank you.
справа. А я кое-где запустить скрипт, но в любом случае нас в игре Денис. Да, Владимир, с кем не бывает. Понимаю. Денис. Сонное в нашем ухо. Алло, да, я забыл микрофон включить. Сегодняшний синдром продолжается. Ну что ж, Денис, каковы шансы на выигрыш? Ну не знаю, как пойдет. Я в тот раз 100 рублей не смог выиграть. Ну, может быть, и мне более халявное что-то достанется. Рублей 60. Не знаю, как компьютер поведет сейчас, поэтому мы просто даем тебе 3 карточки, как всегда. Итак, какова будет? Все решит рандом. Ну-ка. Ой, все. Истина находится где-то посередине, карта номер 2. Прошу, поставь знак 2. А, да, кстати, да, я забыл. Сейчас. Я редко прохожу отбор. И ваша сумма на сегодня? Ну, это средняя сумма по сравнению с... Итак, ну, покажите мне 20 цветов. Ох, какой разноцветный набор, однако. Не знаю, ну давай. Джинсовый смотрит на меня, давай джинсовый. Джинсовый, хорошо. Ну тут напоминать особо нет, от 1 до 20 рублей. Писать русскими или английскими, или можно и так? Можно русским, можно вообще отдельный канал, если получится. Ну и... А нет, стоп. Можно и так писать. Вот так. Вот. Вторая команда. Гоу. Итак, поехали. Браво. Начало вообще суперское. Лол. Согласен. Ару. Ну, начало действительно, да, 1 рубль. Но теперь Интер может получить минимум 20 очков. Поздравляем. Ну, давай. Здоровенный язь. Язь оливковый. Язь оливковый только в Стиме. Не, я себе представляю, если бы такую игру в Стиме сделали. Язь оливковый. Поехали. Лучше бы князь оливковый, чем... Я заливковый, чем есть угадающий. Так, уже 4 рубля здесь. Да вы издеваетесь, что ли? Я тут ни при чем. Ладно. Компьютер решил над вами чисто поиздеть. Ну, давай стрим. А, передаем большой пламенный привет Дмитрию Трофиму. Да. Мы, кстати, сейчас ему напишем. Вот, мы даже так сделаем. Итак, стрим. Кто-то тебе отправляет. О-о-о. Тот, кто отправляет другому человеку, я вас поздравляю. А мы начинаем. Катя, аж. Что-то я как-то неправильно сказал. В общем, начинаем. Стрейдем 10.38. Да. Ох, 38. Дима, приладь стай, который будет. Сейчас. Да вы... Это какой-то... почему я ору? Объясни. Да что за дебилизм? Дима, у меня по поводу этого тоже есть свой комментарий. Ну-ка. Покажи мне статистику для начала. Я пока
3 нуля подряд. А вот после третьей машины статистика, средняя 11.86. Денис, хотя бы отбейте хоть какую-нибудь сумму. Пожалуйста. Волжская щука тогда. Ох, я вас огрею, если вы не выйдете какую-то сумму. Щука волжская. Это привет Олеговичу. Запустите генератор. Охрененное напутствие. Дамы и господа, вот как он это делает? Тициановый. Тициановый. Дорогие зрители, вы можете прямо сейчас кондитер огреть. Да, ну что, Денис, я надеюсь, что с этой машины ты унесешь хоть... Блин. Запускаем машину. Кстати, еще 2 нуля, и он автоматом проигрывает. Да-да. Вот я буду орать, если там 4 рубля. Так, 4. Так, первый игрок в интерактиве уже за 4. Так, 10 рублей уже есть. Два игрока забрали по 100 очков. Ну, что ты делаешь? Ну! Ну! Да... Всё, я просрал. Подожди, у тебя ещё одна возможность, поскольку... Ещё одна возможность есть. Да ну. Рискнуть можно, Денис. Ну, давай фырк возьмём. Давайте посмотрим, где у нас фырк. Дорогие друзья, это антирекорд. Серьёзно? 20, 19, 39, 39, 18, 57, по-моему. 57. Не, можно, можно. Можно, еще можно. Фырк. Но только, Денис, из этой машины можно вынести, мы сейчас подсчитаем, можно вынести от 9 и более. Иначе гейм овер. Уже сразу. Запускаем машину. Надежда на то, что тут от 9. Прекрасно. Короче, сделай групповой кадр. Заглянись, пожалуйста. Во. Спасибо. Напоминаю, от 9 и более. Я не знаю, что... Ты 90 очков забрал. Следом за ним еще один игрок забрал 100 очков. Следом еще один за 110. Слава яйцам. Слава тебе, Господи. Смотрим, что здесь было. Нет, не фейл. Так как он... Да, я считаю, что фейл. Знаете... Он... Вы можете считать сколько угодно, но... У него еще есть возможность. С этими суммами. Так как 74 рубля... На 4 машины... 71. Ну, если... 57 плюс 17, 74. Он может одной машиной от 14 до 17 и потом бить 18, 19, 20. Это да. Может, но это нереально. Ну, конечно, все может быть. Кто знает. Денис, выбирай. Красный. Внимание, отвечает Александр Друзь. Внимание, цвет красной карты.
Возможно, здесь будет красный проигрыш. Который, к слову, состоится завтра в 19:30. Приходите после бэс-шоу. Спасибо. Круто. Да. Кстати говоря, Денису нужно брать от 17. Рекламодатки мне платили. Нет, он может... Почему? Он может брать от 14. Сейчас. От 14, тем более. Но ему не даст рандом. Мне, кстати, насчет интерактива вопрос. Там же сейчас все заново, да? Да, интерактив. Ну окей. Ну да, интерактив. Кстати, проигрышем будет считаться то, что там двадцатка может быть. Но он возьмет 19, например. Так, 13 рублей уже. И сейчас опаздываю туда посредственно. 16, что он делает? Он творит историю. Сразу скажу, Ваня не успел. А вдруг я успел? Я потом проскочил. Он может проиграть, если сейчас посадка будет. Может. Он еще может играть, он еще может играть. Но теперь он может бить уже точно 18, 19 и 20. Не рубля меньше. Давайте посмотрим. Да, почему 20, 19 и 17? 17 вышло из игры. Ну, 17 вышло из игры, но в игре-то есть 18. Дерево покажите. Что? Так, ну давай. Возьмем Лиаз. Лиаз, одиночество. Так. Я думаю, что здесь от один. Ну, не знаю, как там все будет, но посмотрим. Какая машина. Так как тут идет округление, по крайней мере, больше. Сколько мне сейчас надо взять? От 18. Сколько? 20, 19 и 18. Причем если... Можно... Не, Саша, можно взять и 17. Кто не запрещает. А, все, пардон. Так как 56 рублей нужно еще нам. Вот они пошли из смертной зоны. Да. Так, Юрасик забрал 110 очков, так же, как и Володя. Патрик 130. Ну, молись. Два игрока по 140. Давай. Пожалуйста. Так. Что он делает? Нет. Фух. Ребята, это кошмар. Ему на одной машине. Если сейчас выпадает, если он... Берет 19 и 20, он проиграл все равно, поскольку надо, чтобы они сохранились. Так, а давайте посмотрим, что здесь было вообще. Да, чтобы 18 выпало. А вот они. Что он варит? Я сам не знаю. Это, знаете, это круто на самом деле. Статистику покажите. Пожалуйста. Я успел? 19.50, уже средняя. А ответы зайца почему-то не проскакивают. Пацаны, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. У меня сейчас все глаза на выкате. Доллар. Денис, решай сам. Я не возьму, не решусь, нет. Ну давай рискнем, доллар возьмем. То есть вы идете вслед за ними? Да. Это ваше окончательное решение? Да. Ну, как знаете. Поле ваше. Сколько мне сейчас набрать нужно? 19! Но чтобы это именно было 19, а не 20! Есть да. Еще 20! Вот именно только в этом случае.
То есть, получается, мне сейчас нужно взять 19. Сейчас тебе нужно взять либо 19, чтобы в машине было, либо 20. По-другому никак. Но шансы очень-очень малые. Ну давай, берем девятую машину. Вдруг мне повезет. Потому что в противном случае, Денис, игра. Тем временем на канале в Дискорде 12 человек. Я всегда говорил, что везение — это миф. Одна пятая есть. Одна пятая, да. Уже неплохо. Так. Я пока посмотрю, как там у нас была в интеракции. Пол машины есть. Так, два человека забрали 100 очков. Ой, бог. Боже. 1-120. Я весь дрожу. Что он делает? Умер ярочки в студию. Пожалуйста. Дружище. Веревочку в студию. Игра окончена. Блин. Ты там еще жив, не застрелился? Срочно валидол! О, господи, боже! Валидол 20 или 19? Денис, такой вот вопрос. А что бы было... Ну вот точнее нет. Какую бы машину ты бы взял? Ну, лимонадный давай. Ну, я ее уже как бы не запущу, но... Лимонадным было 8. А вот как ты думаешь, сколько, точнее, где лежало 2? Ну давай Фуксию откроем. Давай всю строку. Смотрим строчку. 20 рублей, как это неудивительно, лежало, кстати Фуксия. Говоря, в голубом. А в серебряном было 19. То есть, чтобы ты победил, ты должен начать был цель серебряный за 19 рублей, а потом голубой 20. Да. Ну, Денис, увы. Вы, но это... Может я еще проскочу отбор? Не переживай, караул проигрывал. Не, ну, волноваться, конечно, меня заставили. Ну, пока время позволяет, я думаю, да, мы еще одного успеем пригласить. Поэтому у нас время заканчивается. 15 минут на одного игрока не хватит. Надо интерактив уже играть, по сути. А хотя, да, вы правы. Денчик всегда так делает за 15 минут тыкает, так что ничего страшного. Какой вы расхир этот вот? А это мы сейчас проверим. Ребятушки мои, как я понял по результатам прошлого интерактива, нас Иван делал такую фигню. Три лидера интерактива должны сейчас решить между собой. А это Юрасик, Должник и Рипач Трюкач. И у них сейчас есть дилемма. Согласиться играть с этими же баллами, то есть они переносятся на следующую игру. Либо же сейчас мы идем играть на денежную. Решайтесь. Я что, единственный с голосом? Ладно, в тексте. Я оставлю все как есть. Максим хочет оставить интерактив. Следующий Александр Пушкаревский. Я просмышлял бы, но 14 рублей тут, думаю, ладно, пускай, оставим как есть. Можно тоже. Двух голосов, Рипач Трюкач. Не, ну пусть Рипач скажет, в принципе. Может, попробуем ставки увеличить? Не, ну, как хотите. Дело ваше. Решение... Рипача уже не тут. Ну, в принципе, да. Интерактив переносится, друзья. Да. Ну и правильно. Из трех. И это хорошо. Дима, а мы можем провести отбор, и этот человек станет переходящим. Здесь я с вами все согласен. Подожди, Ваня, я же переходящий на следующий. У нас будет два. Ты и так будешь переходящим, Заяц. Заяц, ты можешь не лезть в подбор. Заяц. Заяц, не влезай, ублюдок. Иначе я могу передумать. Подождите. Заяц, не влезай, убьет. Ага, Заяц, уходя гасите... Уходя гасите алчность.
О, да. Ребятушки, давайте мы побыстрее уже решимся со всем этим мракобесием и определим переходящего игрока. Так, время на ворот пошло. А что, еще продолжается игра? Нет, сейчас определяем переходящую. А, значит, все, игра закончена. Угу. Дима, прикол будет, если я буду переходящим на следующую игру. Так, 4. Хим. Ну. Хим! Хим. Это тот человек, который не может вместо R произнести букву. Точнее так. Трим. Это никому не выгодно, потому что мы все равно играем в машину. Трим. Итак, желаю вам всем удачи, и мы начинаем отбор. Следующая игра в субботу и в воскресенье. Мы это уже следите за Дискордом и за... А у нас нет игрока. И не будет, значит. Нет, почему? Нет, почему? Салатовый фырка! Салатовый фыр! Время пошло! Понятно. Так. Подожди, пускай голосование пройдет. Только, но только при условии, если он говорит. Ну, посмотрим. Итак, за фурик проголосовало наибольшее количество, поэтому... Кто бы сомневался? Вы этими фурками проголосовали сейчас. Итак, попытка номер 2. Начали! Так, в прошлый раз фурки было 6. 4! ЧО?! Ребятушки мои... Вы издеваетесь! Последний раз отбираем игрока, если не отберется, то мы прощаемся. Время пошло. Ох, как вы все на... Так. Ну, я здесь досрочно остановлю голосование. Максим, извини. ПТК. Вот. Надеюсь, что мы сейчас отберем игрока. Начинаем. Пусть тут будет 4 рубля, пожалуйста. Рандом. Жалься. Дима, не забудьте перемены отправить. Ага. 2. Кеша, не мне. 3. О! 3. О! Так. О. Итак. Что? Как знал. Да, как знали. Иван Шмыков. Придется... Дима, включи четвертый бэк. Чего? Четвертый бэк? Да. Кто там? Ну что, дорогие друзья, как вы поняли, друзья, ребята, ваш покорный слуга начнет следующую игру переходящим. Пойдем он таков пинг, и я виноват. Ну что, Дима, следующая игра твоя. Ага, действительно. Как говорил один известный товарищ, эта игра заставила меня немного понервничать, и именно на ней пришлось действительно серьезно попотеть. Мы сегодня без финальных титров, так как не хочется придумать. Следите за расписанием наших игр в паблике Ирс и на нашем сервере Discord. А это был Сверденник, через несколько минут Вячеслав Мартынов привезет нас занятость.
До встречи.